Є тут про що порозмірковувати. Зокрема, порозпитуємо це у військового експерта Юрія Федорова, який на зв'язку зі студією 24-го. Пане Юрію. Добрий день. Рад вас приветствовать. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк называет дату контрнаступления ВСУ. Говорит, что через 2 месяца это произойдет. Давал он это интервью накануне, отсчитываем 2 месяца, понимаем, что это 9 мая. Вот давайте, по вашему мнению, насколько может быть реальной такая дата, и если можно, что может такого произойти, по вашему мнению, что вот 9 мая не будет этого контрнаступления? Что может произойти, на мой взгляд, может произойти, то есть теоретически может сорвать такое наступление, либо какая-то, на мой взгляд, совершенно невероятная, но тем не менее, какой-то невероятный успех русской армии в Донбассе или где-то еще. Ну, на войне все бывает, мы ничего не можем исключать, но вероятность каких-то крупных успехов русских, на мой взгляд, минимальна. Ну, если не равна нулю, то минимально близка к нулю, просто потому что мы видим, уже есть, мы видим, прекрасно видим существующие тренды, существующие обстоятельства, мы видим, что российская армия с трудом продвигается там по нескольку метров в день, ну, может быть, по десятку метров в день продвигается на северном направлении, около Бахмута. Но город, за который пытаются взять русские в течение уже 10 месяцев, они не могут взять. Это заставляет делать выводы о том, что, собственно, ничего такого в загашнике у российских генералов, у генерального штаба нет. Вот будут, видимо, вот так давить с большими потерями, демонстрируя, причем потери не только личного состава, это российских генералов и политическое руководство мало волнует, но и потери техники, что волнует больше. Так что этого я не ожидаю, честно говоря. Но что может еще произойти? Может вдруг, но опять же, это крайне маловероятно, я думаю, что это просто исключено, вдруг западные союзники Украины перестанут поставлять те вооружения, которые обещаны и которые уже поставляются, и ну, оставят Украину один на один с Россией. Но это, ну, вероятность этого просто равна нулю. Понимаете, это невозможно. Так что, что может еще помешать? Да больше, по-моему, ничего помешать не может. Ну, я, конечно, я исключаю вопрос о том, что вдруг руководство Украины согласится на прекращение огня, но с Россией там начало каких-то переговоров до успеха украинских вооруженных сил Украины, я думаю, что это маловероятно. Вот три причины, по которым, опять же, сугубо теоретически, ну так гипотетически может сорваться это наступление, ну, они крайне невероятны. Одни просто равны нулю, вот две последних равны нулю, а вопрос о каком-то крупном успехе русских на Донбассе, ну, на мой взгляд, почти равен нулю. Так что будем надеяться, что 9 мая войска вооруженных сил Украины, оснащенные современным западным оружием, танками, боевыми машинами пехоты, пойдут в наступление. Вот где это сказать, я не могу. Опять же, ну что касается даты, ну знаете, тут остается только поверить господину Подоляку, он лучше знает, может быть, это будет 9 мая, но мне кажется, что это такой небольшой троллинг, потому как для Путина и для значительной части русских 9 мая – это по-прежнему сакральный день. Но если в этот день действительно вооруженные силы Украины начнут наступление, это будет, конечно, большим ударом по самомнению и самолюбию
Путина и, ну, и значительной части населения России, скажем так. Тут чего ж тут кривить душой. Население России тоже будет испытывать шок в этом случае. Так что дата выбрана господином Подоляком очень интересная. Конечно, она очень важна и интересна. Но мы не исключаем элемент, конечно же, дезинформации касательно вот этой конкретной даты. Мы понимаем, насколько она сакральна, да, для Путина, для путинской России. И очень показательно будет, знаете, если мы в этот день действительно перейдем в контрнаступление, потом обвалится фронт, и это будет, ну, началом конца путинской эпохи. Вот в таком плане. И знаете, вы сказали, что у российских генералов в загашнике ничего нет. Но я хотел бы уточнить, а как же вот те две МТЛБ, куда они приварили корабельные зенитки, назвали это вундервафен и сказали, вот сейчас всех победим, когда это до фронта доедет. Если оно, конечно, не развалится по дороге. Ну, во-первых, оно может развалиться, потому что эти башни приварены, я не знаю, насколько качественно. А во-вторых, ну, более идиотского решения, честно говоря, я вообще представить себе не могу, потому что МТЛБ, ведь вы знаете, что это означает? Мототягач легкобронированный, МТЛБ, мототягач легкобронированный. То есть это не танк, это не бронетранспортер в том понимании, в каком это используется, ну, во всех военных словарях и так далее, в военном жаргоне, на военном языке. Это тягач легкобронированный, он защищает от стрелкового оружия. Ну, там, скажем, не самого крупнокалиберного пулемета. Это во-первых. Во-вторых, ну, представляете себе, вот такую здоровенную башню приварить на танк, на, ну, даже на движущуюся платформу, я повторяю, прошу прощения, это не танк, конечно, на вот такую движущуюся платформу, причем эта платформа должна двигаться вообще-то по пересеченной местности. Там гусеничные, значит, гусеничные, на гусеницах, не на колесах. А вот теперь представьте, она, эта штуковина попадает на какую-то яму, ну и тогда крен, даже небольшой сравнительно крен, может привести к тому, что она просто опрокинется, упадет на бок. Ну и как она будет стрелять и двигаться, я уж не знаю, как эти несчастные солдатики оттуда выберутся, тоже непонятно. В общем, решение, конечно, ну, в духе российских генералов, ну что делать. Хотя ничего, кроме какого-то смеха, это вызвать не может. Ну, вот так. Пане Юрию, знаете, я абсолютно гражданский, вот я далек, я даже не служил срочную, но тем не менее я вот восхищаюсь, да, как выглядит оружие. Вот оружие, оно действительно красивое. И когда я любуюсь «Леопардами-2», когда я любуюсь «Челленджерами», вот они выглядят красиво, хищно. И когда я смотрю вот эту корабельную зенитку, приваренную на мотолыгу, я понимаю, что это не оружие, потому что оно даже выглядит ужасно. Ну, конечно, ведь, понимаете, философы, наверное, могут объяснить, что красивое – это где-то в основе красоты лежит целесообразность, лежит какая-то логика. Ну и действительно, когда, скажем, мы смотрим на современный танк, на тот же «Леопард» или еще, видите, что он устроен внешне, по крайней мере, устроен очень целесообразно. Такие скошенные, понимаете, вот эти вот броневые плиты. Действительно, если... А почему они скошенные? Потому что если снаряд попадает, он может по рикошету он может, так сказать, в сторону отлететь. Не пробивать броню в лоб, а отлететь в сторону. И в этом вот целесообразность как раз и показывает какую-то, предопределяет какую-то вот такую красоту хорошо сконструированного, хорошо спланированного вооружения. Не случайно же танки делают максимально такие вот, ну, как бы приплюснутые к земле. Это тоже, в общем, кажется, ну, создает впечатление такой какой-то, ну, повторяю, целесообразности. А когда вот такая здоровенная штуковина торчит на сравнительно небольшой платформе, небольшой по сравнению с размерами этой артиллерийской
Кремлевской башни, но это выглядит уродливо. А уродливо, то, что уродливо, то как раз вот и возникает это ощущение уродливости от того, что это плохо спланировано, плохо сконструировано, может развалиться и так далее. Но это пусть философы объясняют. Да, если можно, давайте от философии все-таки к более конкретике перейдем. Вы упоминали о Бахмуте. Я хотел бы вашего мнения, ваших соображений по этому поводу услышать. В чем вопрос? У нас вот есть дискуссия о том, стоит ли оставаться в Бахмуте, или все-таки стоило бы оттуда вооруженным силам Украины выйти. Наше военное руководство говорит, что целесообразно оставаться, что есть причины, есть пояснения, почему мы там. Но, тем не менее, ряд военных экспертов, в том числе иностранных, говорят о том, что целесообразнее, мол, было бы нам оттуда выйти, потому что все равно, оставаясь в Бахмуте, мы и свои резервы для этого используем. А, мол, лучше бы нам резервы эти было бы сейчас сконцентрировать для контрнаступления. Поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями по этому поводу. Вы знаете, я для начала хочу привести мнение, которое изложено в одной из последних статей в британском «Экономисте», где написано, ну, я передаю своими словами, но близко к тексту, что генерал Залужный сумел избежать ловушки, в которую его хотели заманить русские. Он избежал того, чтобы бросить под Бахмут резервы, которые готовятся к наступлению, ну вот, допустим, 9 мая. Да? Ну, про 9 мая «Экономист» не писал, но тем не менее. Действительно, вот если посмотреть на военную логику, я не берусь сейчас говорить о политической, Бахмут имеет, конечно, битва за Бахмут имеет очень важное политическое, психологическое значение, как для общества Украины, для населения Украины, так и для России. Но это другой вопрос. Теперь, действительно, одна из задач, которую ставили перед собой генералы российские, значит, заключается в том, чтобы оттянуть под Бахмут резервы, которые готовятся для наступления. А генерал Залужный говорил о трех корпусах, если я не ошибаюсь, общей численностью где-то порядка 60 тысяч человек. Это мощная сила, если ее оснастить хорошим вооружением. Так вот, вот если пока удается отстаивать Бахмут без привлечения вот этих вот резервов, которые обучаются, причем «Экономист» писал о том, что вместо того, чтобы бросить вот эти войска под Бахмут, генерал Залужный отправил их учиться в Европу. И действительно, ну, наверное, конечно, не все там, не весь личный состав обучается в Европе, но тем не менее достаточно серьезное количество. Это уже там, ну, так, если суммировать те цифры, которые время от времени встречаются в источниках в Украине, то, ну, это где-то от 20, порядка 25-30 тысяч, может быть, к началу наступления. Это очень много. Эти обученные в Европе, в Великобритании, в других странах солдаты и офицеры, ну, младшие командиры, наверное, все-таки прежде всего, это будет ядром, таким скелетом вот этой силы, предназначенной для наступления. Значит, это первый вопрос. Второй вопрос. Ведь битва за Бахмут связывает большое количество российских войск, называют иногда до 50 тысяч личного состава. И эти войска там перемалываются, я имею в виду русские. Ведь, опять же, BBC сообщала о том, что соотношение потерь под Бахмутом 1:5 в пользу Украины. Ну, как считали в BBC, я не знаю, но, в общем, вероятно, они все-таки опрашивали экспертов, опрашивали людей, которые имеют непосредственную фактическую информацию о том, что происходит, какие действительно потери, ну, приблизительные или точные, несет та или иная сторона. Так что это второй вопрос. Вот опять же, с точки зрения военной целесообразности, ну, один из первых вопросов, которые будут задавать себе люди, отвечающие за военные действия, а каково соотношение потерь?
Ну, военная целесообразность – это очень жесткая штука, очень жестокая штука, потому что речь идет о потерях человеческих жизней или о спасении человеческих жизней, но в данном случае о потерях. Но война есть война. Соответственно, если русские несут там в 5, ну пусть в 4 раза большие потери, значит, эту битву нужно продолжать. Это тоже фактор. Теперь смотрите, если, допустим, войска ВСУ выходят из Бахмута, ну, они могут отходить куда? Ну, по той линии обороны, скорее всего, вот я так просто предполагаю, которая протянулась от Лимана до Славянска, от Славянска к Краматорску, там Дружковка, по-моему, и Константиновка. Вот к этой линии отходят. Значит, тогда тут возникает тоже вопрос важный. Значит, русским придется штурмовать, ну, 4 города, плюс Северск, прошу прощения. Значит, ну, тогда это означает, что все наличные войска, которые сосредоточены сейчас в Донецкой и Луганской областях у России, значит, они должны быть брошены на штурм этих вот этих городов и населенных пунктов. Но это, конечно, с одной стороны, это плюс для Украины, потому что вот войска, которые предназначены для какого-то генерального наступления, для какой-то генеральной битвы, они будут рассредоточены по этим вот боям за сравнительно небольшие и не слишком важные в стратегическом отношении пункты, но при этом ведь нужно смотреть и на другую сторону дела, ведь ВСУ тоже придется намного усилить то количество техники, личного состава и так далее, тех сил и средств, которые будут защищать эти города. Так что, а ведь эти силы и средства не безграничны, и они достаточно ограничены, да, давайте называть вещи своими именами. Так что борьба за Бахмут сегодня, как я понимаю, есть, конечно, минусы, есть риски, довольно серьезные риски, но, в общем, вот с военной точки зрения, мне кажется, что оставлять Бахмут, отводить войска было бы, ну, наверное, по крайней мере, пока неправильно. А пока я говорю почему? Потому что пока есть возможность снабжать группировку, которая действует в Бахмуте, значит, вот до тех пор она может сражаться. Пока существуют линии коммуникации, ну, действующие линии коммуникации, по которым можно доставлять боеприпасы, все необходимое для военных действий, для боевых действий в Бахмут и вывозить оттуда раненых. Но вот до тех пор эта битва может продолжаться. Если перережут, ну, скажем, вот дорогу, но основная дорога – это все-таки дорога Бахмут-Константиновка. Это, наверное, все это знают, карты, они все время публикуются. Но вот если эту дорогу перережут русские, ну, тогда вопрос может быть поставлен по-другому. Но, повторяю, пока вы сами сказали и правильно сказали, что вот на последних ставках, заседаниях ставки Верховного Главнокомандования в Украине, да, принято решение, причем с учетом мнения и позиции военного руководства приняты вот такие решения защищать Бахмут. Пан Юрий, спасибо вам за такое детальное обоснование наших действий, за вот этот разбор. Но у меня еще вопрос, знаете, по нашему контрнаступлению будущему. Вот залогом успешного контрнаступления называют достаточное количество боеприпасов, чтобы они были. И такого количественных показателей мы не знали до недавнего времени. Но вот со слов министра обороны господина Резникова стало понятно, что мы выстреливаем за месяц приблизительно 110 тысяч снарядов. Просим у союзников вдвое больше 250, а лучше 350, потому что это и будет 60% от боезапаса той всей артиллерии, которую мы сейчас имеем. Но если 350 тысяч – это 60%, то приходит понимание, что мы и полмиллиона можем, ну, теперь в достаточном количестве артиллерии у нас есть от союзников, что мы и полмиллиона тех снарядов можем выстреливать. Но возвращаемся к первой цифре – 110 тысяч, которые мы сейчас вот выстреливаем. То есть правильно ли я понимаю,
что союзники обеспечили нас достаточным количеством артиллерии, но при этом нашим союзникам не удалось обеспечить к этой артиллерии достаточное количество боеприпасов. Насколько это будет, насколько это может быть проблемой в нашем контрнаступлении? Вот этот вот снарядный голод. Может быть, но тут есть разные стороны этого дела. Ведь все очень многое, не все, конечно, но очень многое зависит от точности артиллерии или тех боеприпасов, потому что это не совсем артиллерия. Я имею в виду планирующие бомбы и вот такие планирующие ракеты, которые выстреливаются из «Хаймерсов». Ну, наверное, наши зрители и слушатели понимают, о чем идет речь, об этом очень много рассказывали в разных передачах. Есть два типа таких боеприпасов, которые — это бомбы и, ну, некоторая такая смесь артиллерийского снаряда с ракетой. Довольно такие экзотические виды боеприпасов, но они производятся в Соединенных Штатах, значит, которые могут планировать там после выстрела, когда они пролетают определенное количество, там раскрываются крылышки. И эти, вот что важно, не то, что они планируют, а то, что они очень точные. Видите, вот опять, когда мы говорим о том, а сколько снарядов необходимо, ну, необходимо для поражения конкретных целей, скажем, если вы тратите для поражения, там, я не знаю, ну, опорного пункта обороны противника 100 снарядов, потому что точность огня невысокая, и вам нужно выстрелять, вынуждены, ну, фактически по площадям, да? Значит, вот вы тратите 100 снарядов, не очень точных, для поражения одной цели. Но если у вас точность высокая, то вы можете тратить для поражения одной цели не 100 снарядов, там, а, скажем, 5-6, просто потому что они попадают туда, куда вы их направили, или очень близко к желаемой цели. Поэтому вопрос о том, сколько снарядов нужно, это вопрос о том, а какова точность. И вот есть еще снаряды очень точные со спутниковым наведением, по спутниковой навигации, это снаряды «Экскалибур». Они действительно очень точные. Вообще у всех вот этих боеприпасов со спутниковым наведением точность порядка, ну, вероятное круговое отклонение, есть такой показатель, значит, это порядка, ну, там, скажем, 5-6 метров в среднем, вот так приблизительно. Но если снаряд мощный, который несет там, скажем, порядка 50 или 90 килограмм взрывчатки, вы представляете себе, какое вот эта вот высокая точность позволяет уничтожить, ну, там, скопление танков, например, или скопление живой силы, или командный пункт противника, может уничтожить при помощи гораздо меньшего количества снарядов. Значит, вопрос заключается в том, а сколько таких высокоточных снарядов, боеприпасов, точнее, я бы их назвал боеприпасами, это не совсем снаряды, значит, вот сколько таких боеприпасов высокоточных будет иметь Украина к началу наступления. Вот, и, может быть, совсем не нужно иметь, там, скажем, 300 тысяч с лишним обычных снарядов. То есть они, конечно, не помешают, но, может быть, это избыточная цифра, если у вас есть, скажем, там несколько десятков тысяч вот таких, ну, скажем, на порядок меньше высокоточных снарядов. Вот тут просто это нужно знать, но никто этого не знает, кроме очень небольшого количества людей в Киеве и, скажем, в Вашингтоне, например. Пане Юрию, если вернуться вот к тому времени, когда мы только начали получать высокоточные «Хаймарсы», и ними мы стали бить по Антоновскому мосту, то была такая шутка тогда, мол, а как так, 3 «Хаймарса» выпустили по Антоновскому мосту, а дыра только одна, где же ваша хваленная точность? А потом оказалось, что просто 3 «Хаймарса» в одну и ту же дыру и пролетели. Ну, то есть первый пробил дырку, а 2 остальные через эту дыру и пролетели. Это, конечно же, шутка, конечно же, такой точности не было, но, тем не менее, вот это пояснение, да, к тому,
что действительно это очень важно, что это совсем другого уровня теперь оружие. И сравнивать, что там у россиян в 4 раза больше огневой вал, чем у нас сейчас, да, то это еще ничего не означает, потому что все-таки за счет точности у нас сейчас с россиянами в этом плане паритет. Но в продолжении вот этой снарядной темы я хотел бы пораспрашивать вас о вот этих вот заявлениях с уст Пригожина, который возглавляет ЧВК Вагнера. Он жалуется, что его теперь вот отключили от всех средств связи, и он теперь не может даже просить у Минобороны снаряды для своих вот вагнеровцев. Он жаловался перед этим, что их отрезали теперь от поставок в достаточном количестве снарядов, а теперь говорит, вообще даже попросить эти снаряды я уже не могу. Можете пояснить, что вообще происходит с вот этими пригожинскими вагнеровцами? Ну, то есть, казалось бы, они же показали свою эффективность. Ну, даже если у них какие-то терки между Шойгу и Пригожиным, но, тем не менее, если вагнеровцы эффективны, то какой же смысл не давать им снаряды? Вот можете помочь разобраться в этом все? Ну, если я правильно понимаю только. Конечно. Потому что есть вещи, которые знают только тот же Пригожин, может быть, Шойгу, там еще пара человек. Ведь при этом, когда речь идет о вагнеровцах, нужно, мне кажется, важно подчеркнуть, что речь идет о двух категориях военнослужащих. Первая категория – это профессиональные наемники. Это хорошо подготовленные и правильно высокоэффективные бойцы в массе своей, имеющие боевой опыт, служившие, как правило, с хорошим опытом службы военной или участия в боевых действиях, будь то Африка или Сирия, скажем. И это первая часть. Их немного, их вообще было где-то, насчитывалось в середине осени прошлого года, ну, разные цифры называли, но где-то максимальная цифра была 10 тысяч. Опять же, все зависит от того, где эти люди находились, то ли они в Ливии, то ли в Чаде, то ли в Центральноафриканской Республике, то ли, значит, на Донбассе. Вот. И при этом, конечно, людей из Ливии могли перебрасывать на Донбасс, ну, это понятно. Вторая категория – это бывшие заключенные, которых завербовали, но у которых никакого, как правило, ну, в большинстве своем опыта боевых действий нет. И их просто бросали, вот, ну, как массы такой пытались давить на оборону Украины, но их очень быстро поубивали. Там потери были колоссальные, из 50 тысяч всего тех в этой группе Вагнера, ну, порядка 30 тысяч потерь. В основном все-таки это бывшие заключенные, которых просто измолотили там и все. Так вот, когда идет речь о нынешней ситуации, то это речь идет о профессиональных вагнеровцах, о профессиональных наемниках. Министерство обороны и Генерального штаба России заключается в том, их интегрировать в армию. То есть попросту поставить под контроль, ну там, скажем, вот этих вагнеровцев, они должны просто вот как рота перейти в подчинение там командиру соответствующей бригады или батальона, потерять свою самостоятельность. Вот это и делается. А опять же, люди, которые есть, я, по крайней мере, встречал такие сведения в телеграм-каналах российских, что да, ну, вот эти подразделения вагнеровцев, которые перешли под командование вооруженных сил России, то есть под командование, ну, регулярной армии, по сути дела, стали элементом этой армии, но они получают такое же количество снарядов, как и все другие. А там есть, опять же, свои приоритеты, чисто военные, для одних штурмовых групп, которые должны там действовать определенным образом, нужно такое-то количество снарядов для их артиллерийской поддержки, ну, а для других – другое. Ну, в общем, особой разницы нет. И эти стенания Пригожина – это, в общем, отражает общую ситуацию со снарядами в российской армии. А теперь, что касается лично Пригожина, ну, вот, знаете, есть такое выражение: «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить».
Пригожин сделал свое дело. Он, его попытались, из него попытались сделать такую некую альтернативную армию. Это было осенью прошлого года. Видимо, сам Путин стоял за этим. Ну, кто-то еще, наверное, я не знаю. Значит, вот сделать альтернативную армию для того, чтобы, ну, иметь некоторую силу дополнительно к Росгвардии, которая может сдерживать в случае каких-то внутриполитических обстоятельств, сдерживать вооруженные силы, ну, держать их, ну, найти какой-то противовес тем регулярным армейским частям, которые подчиняются генералитету, а генералитет, возможно, не в восторге от того, как идет война и как Путин руководит этой войной. Такое может быть. Но из этого ничего не получилось, потому что для того, чтобы сделать альтернативную и авторитетную армию, Пригожину нужно было доказать, что эта армия умеет воевать. Да, они воюют неплохо, но где победы? А побед, в общем, у вагнеровцев не было. Когда, ну, обычно приписывают им взятие Солидара, но это не так. Они действительно воевали под Солидаром, действительно штурмовали этот городок, но взяли-то его все-таки русские после того, как в поддержку вагнеровцам был брошены парашютно-десантные части. Да, то же самое происходит под Бахмутом. Да, вот вагнеровцев как бы сознательно бросают на самые опасные участки фронта. Это вот наступление с севера, вот попытка окружить Бахмут с севера. Но там же и потери колоссальные, потому что они идут в атаку без... Там не такая, ну, не такая ситуация на поле боя, я имею в виду и рельеф, и ландшафт, и частично городская застройка, чтобы сначала бросать большое количество бронетехники. Это просто по некоторым причинам довольно сложно, и потери у бронетехники будут большие, чего, конечно, в России хотят максимально избежать. Значит, вот бросают сначала в бой штурмовую пехоту. Ну, как штурмовая пехота, вагнеровцы, в общем, достаточно неплохо воюют, но и потери у них колоссальные. За счет этого берегут те элитные части, которые, ну, собственно, всегда были в подчинении, в ведении военного командования. Я имею в виду парашютно-десантные там подразделения, части, морскую пехоту, хотя морскую пехоту вот раздолбали под Угледаром в пух и прах 155-ю и 40-ю бригады. Но, тем не менее, в общем, вагнеровцев российским генералам не так жалко, как своей элитной части. Пане Юрию, но с пониманием того, что как бы вот эта тактика забрасывания украинских окопов пушечным мясом, вот она себя оправдывает, и российские генералы не стесняются ее использовать, но это пушечное мясо, его надо где-то находить новое, компенсировать. По вашему мнению, Путин, нужно ли Путину и решится ли Путин объявить новую мобилизацию? Он объявлял частичную мобилизацию 21 сентября, то есть не привязываясь абсолютно никаким датам. Мы вот ожидали, что может на годовщину вторжения он решится на что-то там радикальное, объявит войну, закроет границы, военное положение введет и, опять же, вот полную мобилизацию объявит. Но ничего этого не было. Но, с другой стороны, да, 21 сентября, когда частичная мобилизация, он объявлял, ну, а это тоже не было привязка никакой дате. Вот, по вашему мнению, может ли он 21, там, условно, марта объявить новую волну этой мобилизации? Или же это ему не нужно, потому что частично эта мобилизация, она и так продолжается? Ну, во-первых, продолжается частичная мобилизация. Это частичная мобилизация. Видимо, речь идет о том, чтобы мобилизовать там 20-30 тысяч человек в месяц для компенсации потерь. Потому что потери, ну, если посмотреть на те данные, которые дает Генштаб ВСУ, понятно, что вот в месяц там
Россия теряет убитыми, а нужно смотреть еще и санитарные потери, то есть раненые, которых приходится демобилизовать, которые не могут вернуться в строй. Значит, вот ежемесячные потери порядка, там, ну, скажем так, около 30 тысяч человек в месяц. Это вообще это колоссальные потери на самом деле. Но вот их нужно компенсировать. И, соответственно, для этого призывают определенное количество людей, подлежащих мобилизации. Их отправляют на учебу из вот резерва, который уже подготовлен более или менее. Забирают такое же количество людей, отправляют их в действующую армию. Так что это вот такой механизм, он работает. Теперь для того, чтобы мобилизовать еще там несколько сот тысяч, технически, я думаю, что ну, политическое такое решение Путин может принять в любой момент, тут слов нет. Но, во-первых, существует определенная пропускная способность всей системы мобилизации, подготовки кадров, их нужно, ну, подготовки личного состава, значит, для этого нужны инструкторы, для этого нужны офицеры, которые могут обучать, людей нужно где-то селить, казармы, естественно, не хватает, полигонов не хватает, в Беларусь, значит, приходится отправлять там где-то около 10 тысяч в среднем находится на обучении русских солдат. Это все так. Есть еще один фактор, который ограничивает способность к мобилизации и целесообразность мобилизации. Это нехватка подготовленных офицеров. Ведь офицеры, ведь мобилизованные и вообще личный состав, ну, рядовые без офицеров – это толпа. Их, ну, они ничего не могут, кроме как, значит, бунтовать время от времени. Для того, чтобы превратить толпу в более или менее эффективную военную силу, их нужно, значит, иметь, но для этого нужно иметь достаточное количество офицеров. Сколько? Ну, примерно понятно, это по статистике на 10 рядовых должен, ну, и сержантов сержантского корпуса должен быть один офицер. А ну, офицеры же гибнут во время боев в Украине, причем ну, гибнут, видимо, примерно в той пропорции, в которой гибнет вообще личный состав. Соответственно, вот нехватка офицеров – это еще один момент, который сдерживает мобилизацию. Теперь, но при этом вот последние сообщения были такие, они немножко даже такие шокирующие. Вот Медведеву якобы поручено найти 400 тысяч добровольцев. Ну, то есть, что значит Медведеву? Медведев должен обязать губернаторов российских регионов, значит, каждому губернатору выделяется там разнарядка, кому сколько, значит, если там 80 с чем-то регионов, ну, 400 тысяч на 80, значит, там можно... Можно понять, сколько, ну, примерно по 5 тысяч, наверное, получается. Значит, вот каждый регион должен, ну, в зависимости, от, конечно, от численности населения, ну, в среднем должен вот 5 тысяч добровольцев поставить в армию. А где они их сейчас найдут и за какие деньги? Потому что им нужно платить большие зарплаты. Вот тем, кто готов добровольно идти на войну. Ведь первая попытка летом прошлого года найти добровольцев для создания так называемого, я не знаю, почему он назывался, третий корпус, был объявлен тоже, в регионах была объявлена кампания по мобилизации добровольцев. Но она провалилась, где-то там порядка 20 тысяч, по-моему, удалось набрать. Причем эти добровольцы тоже, они же, в общем, опыта военной службы как минимум у трех четвертей нет. Соответственно, их нужно обучать, где-то их нужно держать, селить там и так далее. Ну вот если Медведев найдет, хоть пусть не 400 тысяч, но пусть 40 тысяч добровольцев, это будет большим успехом. Но дело не в том, сколько он найдет, это мы не знаем. А вот мы знаем, что если такое решение принято, ему действительно поручено найти таких людей, ну тогда это означает, что плохо дело с личным составом
в российской армии гибнет больше, чем можно найти вот, больше, чем можно мобилизовать или там, как добровольцами призвать. Пане Юрию, спасибо за ваше время, спасибо за то, что нашли время для беседы, спасибо за ваши пояснения и ответы. Отдельно не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Ну, это долг. Тут ничего не... Ще раз дякую. Юрій Фьодоров, військовий експерт, був на зв'язку зі студією 24 каналу.